81-я Самарская школа закрыла свои двери в 2011 году. Здание постройки 1936 года заметно обветшало. Особые опасения вызывал фундамент и внутренние перекрытия. Больше 600 учеников распределили по другим учебным заведениям. Первоначально старое здание хотели снести, но городские власти нашли способ восстановить школу. По нормам нового санитарного закона на данной площади в условиях такой зажатости от автомобильных магистрали, здесь школу можно было построить только на 100 человек. Это никак не удовлетворяло потребностям всего вот этого микрорайона, который закреплен за нашей школой. Ремонтные работы в 81-й школе начались в 2014 году. В первую очередь укрепили фундамент, заменили все внутренние перекрытия, полностью обновили крышу. Скоро приступят к утеплению фасада здания. Этот объект для нас в этом году является, безусловно, приоритетным. Вот вы помните историю, долгую историю, когда решалась судьба школы. Я очень рад, что нам удалось сохранить это здание. Вот. И после реконструкции это будет самое современное учебное заведение. И самое главное, что его емкость по количеству учеников, она будет такой же. По контракту завершить ремонт подрядчики должны к началу декабря. Но городские власти ставят задачу сократить сроки работы, чтобы ученики вернулись в родную школу уже к началу нового учебного года. Павел Баймаков, Лариса Шалафат, Станислав Левин. События.